нас уже четверо с, это, с инфекцией с этим. В классе, в школе? В классе. У нас сегодня мальчишка заболел, они вот этот поедут завтра на Ванинск. Где Алайн? Проверяться? Ну да, то, что у него тоже сегодня работа целый день. И вообще, я говорю, офигеть, вообще говорю. Вот это вирус, говорю. Ну пошел. Да, сейчас опасно. Вирус ходит. Угу. Ну, дай бог. У тебя там как, Даша? Ничего, нормально. Угу. 2 года нам осталось, да, доучиться, 1.5. Ага, и все. И все. И пойдет в работу. И в работу, да. И в путь. И да. В путь. Все правильно. Еще дочка Даша, она закончила золотой медалью школы. Теперь красный диплом ей осталось получить. И все. Это что, монетками стянается? Наверное, монетками. Твоя работа. Стянается, моя работа к ней. Да что ты говоришь? Определил. Ай, ты молодец. И работу, и все. Всем дала задание. Ой, ты конфеты любишь, я смотрю, а? Прям не расстанешься, а? Кир, любишь, а? Мамку хоть угостишь конфеткой? А, ты ждала уже ей для ее зубов. Она я не понял. Ест. Она не ест. Не я ест? Это вафельные там конфеты какие-нибудь. Помягче которые? Вафельки да? Вафельки. Она только вафельные. И пряники, наверное, да? Ну, и пряники, наверное, не знаю. Но я пока видела, что она только вафельные ест. И ореховые, если ей по зубам. Ореховые? Нет, ореховые мне не по зубам. Ореховые уже не по зубам, у да. У меня уже зуб не те ореховые. Сюда вот так. Ложи, ложи, конечно. Опа, ложи, ложи. Убегают. Опа, вот сюда. Да пусть кричит. Настроение пока есть. Как там коты твои поживают? Нормально. Ничего? Ничего. Не хулиганят? Нет, это только познаетка. Злоедка. Сейчас пазлы сидят на Сабинана. Там вот разные. Покажи, как ты собираешь. Покажи, давай посмотрим. Что там, получается? О, она у меня любит этим делом. Пазлы? Вот, на целый ящик он пазлы. Вот это, она вот как раз таки и Мишан у меня собирает вместе с вот этим. Да ты что? Я просто хожу рядом с ней. А ты расскажи, какие. Вот так на побенет и вот так. Нас кусает. Кошечки, собачки вот и все геной. Такие вот. Ух ты. Ну, кто там? Тут тик. Тучка. Потом Соня. Султан. Султан. Да. Султан. Султаша. Потом. Вы молодцы. Снежка. Котов и... любите, я вижу. Ой. Как и я. Вот еще... Куда бы хотеть. Я тоже котов люблю. 2 сдохли у нас давно. 1 давно сдох. Ну, понятно, что ж, бывает. Куда деваться. Какие у тебя там еще есть, показывай. Ага. Да эти все просто. Давай, посмотрим, конечно. Ты большие вытащи. Не, большие. Маленькие. Вот я так. Только маленькие скинула. У тебя там большие кошки. У меня тут собачки. Мозаика, оказывается, мозаика еще. Мозаика еще есть. Это еще не все. Да там их много. У тебя стола не хватит. На диван ложи тогда. Ложи на диван, моя хорошая. Сейчас я отсюда буду смотреть. Угу. Это тоже еще не все. А ты что, все решил достать? Да. Обалдеть. Да их там 100 штук. То куда ты? Да. А что ж книжки-то читаешь, Ир? А? Да. Книжки не особо. Не особо, да? Не хочешь, Кир, читать, а? Да, господи, потому что мама меня заставляет. Надо. Заставляет. Мама правильно делает. Книжки мама надо читать. Мама тебя в школу заставляет ходить, мама читать заставляет. Книжки мама. Надо читать. Все правильно. Ну-ка, давай. Учиться заставляет. Давай, посмотрим, что там у нас. Убежать. Ну, иди рассказывай, какие названия. Угу. Я еще не все достану. Мама. Ух ты. Вот это самый любимый синий тнафтон. Какой? Синий. Самый любимый? Уи
медленно просто. Даже здорово, здорово, молодец. Все собирала, да? Саневны. Ух ты! Это что там такое? Царевны. Тут еще маленькие откопала я. И еще стопка. Угу. Вижу. Король лев. Белоснежка и 7 гномов я вижу. Ой, еще свинка Пеппа. На Фаня. Ценный пакет. Сколько много у тебя, Кир? Это у меня высыпается. Не надо так делать, а по одной коробочке достать, пожалуйста. Ну пусть достает, потом соберет. По одной потихонечку. Вот такие большие. Смотри, смотри, рассыпется сейчас. Оп, потом будешь собирать. Если что, я просто все в надзорной коробке зафигачу. Да ты чё? Ну и пускай так и будет. Пускай. Сейчас свинка Пеппа тут. Свинка Пеппа, ты внять не говори, а ты не поймешь. Мама, а чё ж ты вот этих-то не нашла? А, простокваша? Простокваша, Дина ваша. Кошечки, собачки. Кир, тебе сколько лет, я забыл спросить. Мне 7. 7 лет ровно? Угу. А день рождения у тебя когда? День рождения я забыла, а сейчас мама собирает. Когда? Ну-ка, давай вспоминать. 30 июня. 30 июня. Угу. Будем знать. Бабины любимые. Чтобы подарки-то привозить, какого числа? 30 июня. Вытаскиваем. Это тоже бабин пазл. Эти два эти бабины. Были. Угу. Бабушка, да? Это еще бабушка покупала. Ага. Да, она считает, мы только мелкие вот эти я брала ей. А она вот эти вот все. Нет, угу. Ты еще вот это брала. И кошечки собаки. Это мы вместе брали. Кошки собаки тоже. И это мы вместе брали. Нет. Мы уже вдвоем были. Простокашина вдвоем уже, да, брали? И кошки-собаки тоже. Нет, кошки-собачки бабушка собирала. Ты что, забыла? Она еще не могла собрать. Моя помогла. Мозаика. Еще и мозаики. О. Мозаики. Тут канабок. У меня тоже. Спичек взяла. Тоже была мозаика, когда я был маленький. Ты тоже сюда собирал. Сюда. А да, открой сюда. А то так не видно же. Да все мы увидим. Ага. Умница, Кира. Вот, умница. Собирала. Молодец. Это я уже лежит. Молодец, моя хорошая. Да, я тут... Ну все, давай назад слаживай теперь. Поместишь все? Помещу. Так, это самое первое у нас. Так, большие сначала слаживай, да? Но складывай. Это... Лошадей. Картину да. Можно собрать с них. Да, такая у них. Угу. Они тоже пазлами. Нет, я все собирала. Наверное, первый раз, когда начала только собирать, я, наверное, дня 3 или 4 собирала ее. Положу ее где-нибудь, оставлю на ночь. Мамка, елки-палки, что ты мучаешься? Да брось, ты брось. А где эти пазлы? Ой, дочь, они, наверное, в тумбочке где-то. Вот. И все, я говорю, нет, не, я буду собирать. Потом вот это 4 дня, наверное, да, где-то 4 дня собирала. Потом все-таки собрала, мама говорит, надо рамку купить и повесить. Кони там, да? Лошади. Лошади. Красивые. А помнишь, у нас еще котики такие? А котик, я не знаю, где он, дочь. Котики у нас точно такие же, и только там одной пазлы не хватает. Да ты че? Они, наверное, не тут, да, я их, наверное, убрала. Они шифонели. Нет, пазлы тут. Оль, спрашивали,
подписчики, какой у Киры размер обувки и размер одежды, да. Блин, размер вот. Одежды 110. 25. А обувка? Нет. У меня обувка 30. Посмотри, пожалуйста, только точно, да. Кир, какой 25? У меня сменка 25. Ну, брат, ты что, зимняя собралась это? Нет, наверное, 30. 30? Да. Нет, это 29. Это 29. Зимняя 29? Да, где-то да. А летняя, наверное, чуть поменьше будет, да? Ну, а летняя 28-27, ага, наверное, ага. Так. Ну, ясно. Ну вот, внесли ясность хоть немного. Ну да. Что ты говоришь? Я хочу достать коней. Коней хочешь показать? Я ж полезла. Зачем ты мучаешься? А кстати, вот... что-нибудь острое. А я нашла что-то. Чего там такое? Книжка, стихотворение. Стихотворение? Зимнее. Ну это зимнее. Смотри, другим разом мне расскажешь стихотворение. О-о-о! Вот они, да? И прошло тысячи лет. Ой. Тут черная, беная, рыжая. Стишок расскажешь мне другим разом? Как я приеду, хорошо? Сейчас пока ладно, не надо, сейчас не хотит. Не хотите. Не хотите, как хотите. Другим разом, Кирочка, ладно? Надо. Все. Ну ничего, Валь, потом засунешь. Нет, самый, не спеши. Ну что, все, почти собрала? Молодец. Ну вы хоть выздоравливаете уже? Да вот, недели пересдача анализов. Таблетки, все лекарства есть? Конечно, все? Ага. Все взяли, да? Да. Кир, ты давай не болей. Школу нельзя пропускать. Я ты поняла? Ага. Вот так вот. Ага. Перезвоню. Оба. Вот он. Вот он уголок. Ага. Кукольный, да? Нет. Тут все у нас. Собачий. Собачий кукольный уголок. Там животные у меня. Там у тебя никто не посеян сегодня. Пока не посеян. Ты оттуда все поубрала. Потому что кое-кто там в туалет ходит. Да, кое-кто там нагадил, да, дочь? Это, наверное, кот. Это вон та овца. Кошечка. Ага. Ну, бывает, куда ж деваться. У всех, да, она, у всех так бывает. Бывает, бывает. Бывает у всех. Бывает. Она каждый день там смотрит. Ну и что? Ага. Ну и что? Я сказала, это ее последний день. Если она сегодня нагадит, она пойдет на улицу. А на улице тоже жалко, да, выкидывать? Да, блин, это с одной понимаю. Стороны жалко. А с другой стороны, ты лазить, убирать, мне уже достало. Да, да, да. Или все детство проубирал за тебя. Ну, это у всех так, Оль. Ника, хватит лапу мыть. Опять понавела. Животный мир, он такой. Про лап помой, потом пьет. Это ручка. Ты какая-то не от мира всего. Сложила, Кир. Все сложил, дочь? А вон еще на полу, дочь, фломастер у тебя. Я с фломастерами, да, я их... И вот на столе, коть. Угу. Забыла. Кирунь, ну чё?
Дядя Саша, все, наверное, пошел. Пока. Да. Будем прощаться. До следующего раза теперь. До следующего раза. Ну да. Как-нибудь забегу еще. Мамку слушайся, выздоравливай, ты поняла? Да я буду слушать. Все бывает. Все бывает, как у всех. Дети, они. Но в основном. Все дети. В основном рады. Молодец ты, молодец. Кофе, вино, шоколадку, вино. Она сейчас растает, тут жарко. Положи в холодильник, да. Кофе нет, кофе нет. А, ну я хорошо. Дам. Все, твою кофе, хорошо. Хорошо. Ну давай, моя хорошая. Пока. Пока. Будь умницей, так, хорошо? Хорошо. Спасибо. Пожалуйста, на здоровье. Не болей. Воды? Воды. Давай. Давай. Пойду я потихонечку. В следующий раз что-нибудь еще принесу. Пока. Пока-пока. Ну все, девчонки. Давай, Саша. Давайте. Большое тебе огромное. Вам тоже.